Спрыгивай на крючку, мне прилагает. Что? 21 FPS. Вроде бы. Что? Давно просто. Видео я его... Где? Буквально недавно. Это, кстати, баг тут есть, что у тебя монет много постоянно. Вот где-то я уже на больше, чем 200 монет. Так, ну ничего такого нет. Нужно скинчик поменять. Как раз. Скинь по мне. Так, что можно сегодня заснять? Я попробую в закрытые сны. Или буду паркур. Так, сегодня я попробую пройти троих боссов. Просто меня не будет. Мошек. Мошек находится. Вон там. Уберу. Так я уже упал. Беру. Первый босс это... Это черепаха. Да видишь, я это миллион раз поднимаю. Стоп, я же могу. А, нужно немножко. Дальше не буду палец, не буду искать, просто побегу. Так, я как-то по непонятному образу потратил свою жизнь. А вот тут не буду. Кто-то может. Желательно уничтожить на упачина. Черепас и голем. Это на мне. Ах ты ж, черепаха пивовофтах. На, по-бам.
Ау, вот это вот было больненько. До свидания. Да, до свидания. Только не телепортируй, баба. Телепортация черепахи. Так, сюда не смогу залезть. Обычным песком типа не смог зайти. Блин. Ох. Следующий босс это будет... Как вы думаете? Кто из них? Так. Наверное, все поняли. Наверное, он практически один из самых сложных боссов из этих, которые есть. В этом видео будет. Йети. Так, почему я все молчу? Еху! Фиолетовый мишка, я тебя уже запобеждал. Шиха, шиха. Простите, но бабузяна это мой последний бог. Так я тебя освобождал. Видишь, у тебя прозрачный клет? Такой прозрачный клет, значит, того ты освобождал. А у кого обычные черные клетки, того нет. Так, я его впав. Следующий босс будет... Это, наверное, будет самым сложным боссом за этот день. Сильно много боссов. До свидания. Сегодня я не буду.